Доброе утро. Вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Этот день вместе с вами встречаем и Степан Арефьев, Марина Гесс. Мы желаем вам всем хорошего дня, отличного настроения. Ну а тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. Читальные залы. Конечно же, мы говорим о книгах. Не секрет, что хорошие книги делают нас умнее. К счастью, чтение снова входит в моду. И это замечательно. Это нас всех, не может не радовать. Кстати, получается приобщиться к этому тренду, да, вот, у Степана с этим. И как превратиться в человека читающего? Я как человек, который... Ну, я очень не люблю читать. Слушающий. Я люблю слушать аудиокниги, но вот как стать человеком читающим, мы поговорим с литературоведом, кандидатом филологических наук Дмитрием Богачем. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, ну вот как научиться любить читать? Можно же выработать в себе такую привычку? Такая привычка не приобретается мановением волшебной палочки каким-то фантастическим образом. И никакие лайфхаки, никакие советы здесь не помогут, uh-huh. потому что читатели формируют культурная среда. Uh-huh. И если вот, допустим, с детства не привито, со школьной скамьи не привито, это полезная привычка читать книги, то самостоятельно нужно интегрироваться уже в какую-нибудь культурную читательскую среду, общаться с читателем, чтобы вас какой-нибудь грамотный читатель заразил своим интересом. Направлял какую книжку прочесть? Нет, не направлял какую книжку прочесть. Ну вот посмотрите, человек рано или поздно, так или иначе, обращается к своим духовным потребностям. Он уже не может кормиться там вот этой вот постоянной пошлостью с малаховских программ или с каких-то там вайнов из интернета. Он рано или поздно приходит к хорошей книге. И здесь вот главное не потерять этого потенциального читателя. И вот для этого ему и нужно посещать различные там литературные фестивали, книжные фестивали, там какие-нибудь выставки, библиотеки, общаться с читателями. Ну вот смотрите, да. Дмитрий, а как вот все-таки выбрать правильную книгу? Допустим, человек в 20-летнем возрасте решил, мне не хватает, я хочу читать, и много читать. Зашел в книжный магазин, там россыпь. Ко мне с таким вопросом часто обращаются родители школьников. Где-то там в магазинах подходят, в ресторанах, в самолетах. И вот думают, что сейчас я дам им какой-то готовый определенный список. Да, топ-лист. Понимаете, здесь этот вопрос нужно обсуждать серьезно. Не в магазинах, не в ресторанах, а должна быть профессиональная площадка с привлечением специалистов. Конечно, нужно детально изучать культурные запросы читателя. Нужно знать его образ жизни, его привычки, его хобби, его увлечения. Только изучив все вот эти вот главные факторы, составляющие, да, можно предложить. А может быть, есть какой-то тест определенный, где галочку ставишь, а потом тебе хоп, вот такую книгу надо прочитать первую. Нет. Здесь вот нужна такая серьезная, плодотворная работа. Дмитрий, ну скажите, ну современный мир очень быстрый. И вот просто сесть и почитать книгу, у большинства нет времени, вот лично у меня. И вот меня спасают аудиокниги, да? Вот. А вот что лучше, все-таки простая книга или аудиокнига? Вот ваш взгляд как профессионала. Определенно простая книга, даже проводились такие исследования в 2016 году учеными из Калифорнийского университета, и они пришли к следующим выводам. Информация из электронной или аудиокниги воспринимается только на 30%. Угу. Читая электронную книгу, вы чаще утомляетесь. Поэтому печатная книга несравненно лучше. Она никогда не будет вытеснена какими-либо электронными или другими форматами. Но вы знаете, что жизнь современного человека насыщена различными событиями. Ну да, и читать сейчас это уже большая роскошь. На это, к сожалению, нет времени, не у всех. И здесь спасает, конечно, аудиокнигу. Ну вот, к примеру, нужно мне в самолете освежить 30-томник Достоевского, да, вот за 2 часа полета в Москву, да, ну не потащу же я с собой чемодан книг, да, я возьму с собой гаджет. Ну, конечно, вот здесь спасает. Здесь вот можно следовать прогрессу, пользоваться нашими информационными технологиями, слушать аудиокнигу, читать электронную книгу, Дмитрий, не отрываясь от производства. А вот правда, что чтение помогает снять стресс? Достоверно это никем не установлено, но да, правда. Вот проверено, так скажем, многолетней вот читательской практикой. Действительно, читающие люди меньше подвержены стрессу. Они дольше живут, они меньше болеют. Они умнее, как правило, всегда в хорошем настроении. Поэтому да, определенно можно сказать так. Ну что, Дмитрий, спасибо огромное большое. Спасибо, что это утро вы пришли к нам и поговорили мы, как всегда, о книгах. Я напоминаю, у нас в гостях был литературовед, кандидат филологических наук Дмитрий Богач.
встречи. Большое вам спасибо, Дим. Да, ну а сейчас в нашей студии опрос. Давайте узнаем, вот какую книгу горожане зачитали до дыр.